Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема посвящена одноклеточным животным. Все царство животное, которое мы начинаем сегодня изучать, делится на два больших подцарства. Это простейшие или одноклеточные. Их организм состоит из всего лишь одной клетки, которая выполняет функции всего целого организма. И многоклеточные, о которых мы поговорим позже. Итак, все животные, и простейшие, и многоклеточные, обладают гетеротрофным типом питания. Гетеротрофы – это организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических. Напомню, что альтернативным, то есть противоположным типом питания есть фотосинтез. Это тип питания, который характерен для растений, то есть автотрофный тип питания. Итак, представители одноклеточных обитают всесветно, и в пресной воде, и в морской воде, также могут обитать в других организмах, то есть быть паразитами. Сегодня мы уделим большой промежуток урока одноклеточным пресноводным организмам. Итак, основными представителями этой большой группы являются амеба, эвглена зеленая и инфузория туфелька. Начнем с амебы. Особенностью амебы является то, что она не имеет постоянной формы тела. То есть ее мембрана перетекает постоянно, как шарик, наполненный водой. Органы движения, характерные для амебы, называются лажноножки. С помощью них амеба охотится, потому что она является хищником, она питается мелкими бактериями, мелкими зелеными водорослями. Как и в любой клетке, у амебы есть ядро. Существуют органеллы, как характерные для всех клеточных организмов, так и те, которые характерны только для простейших. Это сократительная вакуоль и пищеварительная вакуоль. Сократительная, подпишем, и пищеварительная вакуоль. Сократительная вакуоль выполняет функцию выведения избытка воды. Так как в клетке простейших имеется постоянный объем каких-то веществ растворенных, то вода, которая находится снаружи, будет постоянно стремиться попадать внутрь клетки и разбавить это содержимое. Поэтому для того, чтобы клетку просто не разорвало изнутри, эта сократительная вакуоль выводит избыток воды. Далее пищеварительная вакуоль. Функцией ее является пищеварение, то есть захваченные частички с помощью лажноножек, да, повторю, они перевариваются внутри пищеварительной вакуоли. Она содержит ферменты. Это вещества, которые расщепляют то, что употребил одноклеточный организм. Следующим представителем этой группы организмов является эвглена зеленая. Почему же она зеленая? Она имеет зеленую окраску. Органом передвижения у эвглены зеленой является жгутик. Зеленую окраску эвглене зеленой передают хлоропласты. Да, несмотря на то, что она является животным, у нее имеются пластиды, то есть органеллы, характерные для растительной клетки. Благодаря этому эвглена зеленая может питаться как растение, то есть автотрофно. Соединяя гетеротрофное питание и автотрофное, получаем миксотрофное питание. То есть эвглена зеленая питается и автотрофно, и гетеротрофно. Имеется также у нее ядро и сократительная, и пищеварительная вакуоли. Следующим представителем является инфузория туфелька. Форма ее действительно напоминает туфлю. Органами передвижения у инфузории туфельки являются реснички. Они находятся на поверхности оболочки клетки, вот, и тоже помогают передвижению. У нее самое сложное строение. Она имеет так называемый клеточный рот, через который она употребляет организмы. То есть не так, как амеба поглощает с помощью лажноножек, а только определенной частью. Также имеется ядро. Вот это маленькое ядро.
Оно отвечает за генетическую информацию. Еще у инфузории туфельки есть большое ядро, которое просто регулирует все процессы. Оно не участвует в делении, не содержит генетической информации, а регулирует жизненные процессы клетки. И также имеются сократительные пищеварительные вакуоли. По типу питания они все являются гетерофами. Дыхание. Так как у простейших организмов нет систем органов, то, естественно, дыхательной системы у них нету. Поглощают кислород они всей поверхностью тела. Всей поверхностью тела. Выделение у них происходит с помощью сократительных вакуолей. Амеба делится обычным делением пополам. Как это происходит? Взрослая особь формирует перетяжку и образуются две дочерние особи. Аналогичное деление происходит у эвглены зеленой. Инфузория туфелька имеет также деление пополам, а также у нее имеется половой процесс, который называется конъюгация. Он относится к половому процессу и происходит таким образом. Две клетки приближаются, формируется между ними конъюгационный мостик, то есть кусочки мембран расщепляются, и наследственная информация от одной клетки переходит в другую, они обмениваются наследственной информацией. Это половой процесс, но хотя при нем не образуются половые клетки. Ребята, отметьте себе, пожалуйста, этот момент, он очень важный, что для простейших, в частности для инфузории туфельки, характерен половой процесс конъюгации. Одноклеточных пресноводных также к простейшим относятся морские одноклеточные, это такие как фораминиферы и радиолярии, а также паразиты животных и человека. К ним можно отнести малярийный плазмодий, лейшмании, лямблии. Это организмы, которые паразитируют в организме человека, а также животного. Но о них мы поговорим на следующем занятии. Итак, ребята, сегодняшняя наша тема была посвящена одноклеточным организмам. Мы рассмотрели особенности строения одноклеточных простейших. Спасибо за внимание!